сейчас заснимем мувик. Пока с ними сижу. Давай, 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 Валечка, давай. Вот тащи, короче, ты должен это сделать. Сейчас вы увидите лужу на лужу. Согреть Вальку? Нет. У них осталось 20 траев. Ой, 30 траев осталось. Блин, и сидят, ребята не ливают. Они на каждом боссе добирали, там сначала половины не было. Или не обязательно в арказе. Ну зайди для приличия. Не гоните арката, да? Смотри, смотри, тебя обсуждают. Тебя обсуждают. Кто? Рейнбазадер говорит, Войт пришел. Не знаю, я 40 вышел, мне не надо, я фурик. Популярность. Ты, кстати, с осквернением чуть не обосрался. Да я видел, я что-то забыл про осквернение. Потому что, блин, ДК непривычно танчит, он просто стоит в центре. ГМ гильдии Dark Stars. Ну смотри, а ты фанат. Ну не фанат, у тебя фанаты есть. Да, отключил. Имбазатор какой-то странный, он когда сказал твой ник, он, у него лицо превратилось в какое-то, знаешь, удивление шимпанзе, он начал чекать чат, что ты там пишешь. Даже вынес чат со своего лица на центр. Кто я? Ну, мой ник. Пришел, почти долетел. Блин, у них ШП донные просто, вот эти два. Че, ставки делаем, с этого трое убиваем, да? Войт, напиши, что ты ролик на Имбазадра. Напиши, что ролик на Имбазадра. Ну, убьете, если на луков кинется осквернение. Вы ведь заметили, что там было осквернение на луке и осквернение и Валька на одном челе, на вторых волнах. Это просто везение. Так бы, наверное, вам было. Че, давай, Олег, у кого ярости в начале боя будет больше? Ну, я не могу понять, а Марбл и этот, Чилиев, это кто? Это последний? Что он Войда взял фокус. Надо подождать. Он написал мне, на меня ролит, но вообще, пиши из роли, ждем бабки. Нет, серьезно, паролем Глору. Нормально. У тебя лапы два. Ты шо? Фу, лапы. Что? У тебя перчатки лапы. Даруем тебе быструю смерть, Артур. Да на всех варах так. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Так, милики здесь, да?
Ты пройдешь через эти круги и только погрузится. И будешь молить о пощаде. Но я не буду. Смотри, у него фурага. Нам, блядь, еще не фу. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Я пока не могу использовать эту способность. Че? Раскол стака, скула сейчас по тычке дадим. А не стаку, по-моему. Не, ну скула чисто на первую фазу, потом уже кофе. Кого убило? А нет, я не достал. Че за рог? Мага кого-то убило. О, видали скилл? Чат своего. Ничего себе. Я вообще не смотрел на проценты, там жесть. Офигеть. Пошло в чарж делать. А где Войт? Да все это давай, я думаю. Надо было оставить деньги, что они не убьют. Ну, они бы взяли и убили. У меня все равно нет денег, поэтому можно оставить. Надо оставить деньги на ту следующий дневной среду. Нет, слишком сложно, много целей. Ну, так немного интереснее, так как в рулетке. Там тоже 51 число. Чумерл говорит за меликов в центре, если упал маг и вард. Знаю, что там Эрил говорит.
тебя слушаю, там говоришь, типа, блядь, милики, вы чё, чего не бежали? Ты видел там два человека в своих, чтобы не умереть? Да, когда чаржнулся, в воздухе начал бить духа, ну, который появился. Точнее, может, и не начал, просто выбрал его в цель, хотел бить, а он мне ебанул нахуй. Кот вот он тоже умер? Ну да, в воздухе умер, блядь, чаржнулся в своего. Или, может быть, потому, в кого я чаржился, может, дух ударил, и на меня, типа, атака перешла. Наташа банку не пьет. Сейчас согрят Вальку. Не пускай. Да. Давай. Подвигайтесь. Тупые, короче. Застоят на месте. Тупые, короче. Ну. Ща. Давай. Ну беги. Опять скилл выдали. Ну, кстати, учитывая, что у этого Карна Глора нету, то у него дамаг нормальный. Если бы он еще вот эти бинды, которые у него кнопки забинтены, и не тыкал мышкой. Да. У него есть бинды, но он тыкает мышкой, блядь. Ну, с интеллектом тапки это, конечно, тоже пиздец. Что с интеллектом? Тапки и пояс у него с интеллектом. Так, блин. Поезд, допустим, он как с профа, только он дает меньше стамины и инту уместнее. Посмотри, у него и наручи, сука, с интеллектом. Так мы ему говорили, когда он их ролил, типа он ханта одевает, короче, а не вара. Ну наручи тоже, они же дают меньше стамины и только инту вместо нее и все. Да. А такие же статы, как и с... Несмотря на шмот Кверна и учитывая то, что он на 7-м месте, оказывается, этот рейд слабенько бьет. Блин, а он реально всю мышку тыкает? Нет, не все. 1-2, так. Вы что, вообще ничего мышку не тыкаете? У него там F8, F9. Нет. А он все равно там мышкой все потыкает. Представляю, как на. Ну подожди, я в хилботе тыкаю мышкой и все. Ну ты хил. Ну, мне, например, лень эти баночки биндить, я их мышкой тыкаю. Нет, вот смотри, зачем тебе бинд на F10, если ты до F10 все равно не достанешь, как ты бы не хотел. Я не знаю, там реакция мангуста, я там смотрел его тренировку. Взгляд кошки, грация картошки. Вот этот Артифликс красиво попросил. Что там по шмоту у него? У него удар героя на трёх кнопках. Вот сейчас он, типа, да. Раз, два, три. И два раз. Да. Блин. Как вообще играть тут с F1, F2? Это неудобно. На самом деле он еще нормально играет. Может, в Лёлика скин скинуть? Ой, не надо. Вот так. Лёлик, короче, в Европе в Реске он не кидал прексы. Он тупо дал прессе и начал вверх кидать. Блин, может, мне постримить? Чё все стримят, это я что, я хуже? Ну, с твоим голосом. Кому-то будет интересно, как холит? Да, я посмотрю. Будет интересно смотреть, как холит хилит. Ну, там, короче, просто тыкаешь хилбот, бегаешь по платформе, ну и все. А ты много говорить будешь? Почему не буду? А да, не слышно? Буду неудобно. Я говорить буду, не знаю. Кстати, я заметил, хилбот использует только пульки, а остальные перешли на воду. Рестер там вот эти все. Десяшки. Я снова отстаю.
Не знаю, я пользовался этим ботом, что-то мне не понравилось, что я поставил Вуду и кайфую. Такая же, я просто два года в три на хилботе сидел, и я перешел буквально за два дня. А хилбот я забыл сразу. Ну, кажется, кажется. Ну, я, типа, я пользовался этим ботом, я сидел деревом и немножко холипалом. А когда шамана вкачал, сразу поставил воду и кайфую. Просто 5 хуликов. Да, мне всегда стыдно показывать все вот эти скиллы свои раскиданные, у меня такой бардак. Но я вижу, что у чувака еще хуже, поэтому теперь я буду более смело скидывать. Мы уже посмотрели. Ты знаешь, вкачал шамана, снял воду нахрен и начал спамить вкачание. Больше ничего не надо. Да. Где вы посмотрели? Вчера ты скидывал скрины. В этом скрине. Так там скрины были не те. Там же не было ничего. Как не было? Там был только банк. Это не видно, ни хрена. Слушай, у тебя хотя бы... Они у меня не так, как у него, одним столбиком. У тебя хотя бы как ходить. У этого? У Лёлика ни хрена нету. Лёлик что в мышке тыкает. У него ни одного бинда. У него мозгов нет. У Лёлика просто ни одного бинда. Так же, как и у Суслятина. Я не знаю, как он ДПС дает, но он сам. Слушай, какие там бинды надо на остальном? Вот мне честно интересно. Ну, у него там, знаешь... Я когда заходил, там по всей панели ищешь все скиллы. Да, еще одно как-то клавиши настроен. Думаю, да. Короче, он ходит какими-то клавишами, которые не такими. Ты про F-ки вот эти? Я не знаю, на чем он там ходит. А, ходит? Я не знаю, мне даже страшно тут положить. Ну, слава богу, не мышкой, там же есть функция мышкой бегать. Ну да, тебе две кнопки зажимаешь и бежишь. Ну, вот я так бегаю, две кнопки нажимаю. Там есть функция настроить, чтобы ты вот тыкаешь на пустое место, и там как типа такой ползуночек, и ты туда бежишь, да. Да. Типа как в этой... Это такая дичь. Да, как у Дота. Да. Так я мусор, когда я помню, так тоже тыкал. Я, тут вайб. Смотри. Шел 22-й вайб. И чё, кто это вынес так? Бичи, кто? Кто это пишет? Ты вот что? Джерри вот этот нахуй. Это его, он и есть Тирелл? Да. Да. Да, приз. Он нахуй стоял под вальками, дурачил, блядь. Я шепаю. Сука, под вальками стоял, дурачил, блядь. Короче, тут прикол в том, он выбегает, начинает выбегать, я по инерции выбегаю за ним, блядь. Тоже задеваю эту лужу. Слушай, а там что, 5 хилов или как? Я так понял. Да нет, да вроде 4, да? Да, но у них 4 приста получается, а 2 шипа из них. Слышь, сундучок открой. Почему? Почему 2 шипа? Ну посмотри, в исцелении 5-й султан. Султан ДД. А, султан ДД? Я его вижу. Ну да, это он, походу, этой фигней. Я что-то тоже теперь не вижу. Мне что-то кто-то сказал, что там 2 шипа только вроде. А султан, он что, не фуловый, что ли? Че он 8к дает? Это говно какое-то. Да там кто-то другой играет по-любому. Вот если бы этот РЛ, блядь, с кунтов, блядь, не разлил лужу сейчас, было бы нормально все. Да он собирает каждое КД, у него по 5 человек на каждом боссе ливает. Ну я, конечно, ливает, потому что он, сука, скринение подвале пьет. С ним только вот такие самые отбитые ходят, типа.
Кернов. Ну вот, показал он шмотки без сабреди. А что за голова у него? А, трансмод. Кольчужная носа вроде. Трансмод, наверное. Голова у него тут есть. Что-то нигде не написано героический почти. Я не доверяю таким людям. А, ты попробуй, чтобы оно еще упало. Надо подождать. Что это за фигня? Что надо сделать, чтобы инвентарь выглядел так убого? Аддон какой-то. Боже мой. Самый прикол, что он, короче, ждет не рыбку, а кабана. Чтобы быть большим, блядь. Понты превыше всего. Это тема, чтобы себя не потерять в рейде. И причем за столбом где-то ждет, чтобы никто не видел. Это просто первый раз такое вижу. А теперь внимание. Заметил это. Ты что, на сервере спрятался? А теперь внимание. У меня рога дном. Дном. Вот я его постоянно теряю. Так из-за него потом лужа не увидит, и так же разведет. Олег, как думаешь, будет лужа на лужу сегодня? Я давно этого хотел. Двадцать седьмой трай. Нет, это осталось еще. Я понял. Да, но он говорит, что 27-й трай там что-то не должен быть. Математика. У них все попытки кончатся, как у Северного Сияния на Анбахе. Лол. Да тут все придется убивать пора, блядь. Мне искрены Северного Сияния на Анбахе, когда у нас кончились траи. А? Было весело. А там хоть Анбаф. Нет, вообще не лучше. Там, когда происходит, там, фу, когда происходит, когда трай заканчивается, вот этот, блин, чувак, который Ильича заменяет, такой огненный мужик, его просто, Тирион, точно, Тирион Болдринг, его распинает над троном, и он такой висит просто на четырех этих цепях. Данила Анистер. Смотри, какие фласки пьет лютый. О боже. Сука. Сейчас Карен затащит. Да будет так! Герои! В атаку! Сука! Да смысл, если у тебя воля проклона скорости, если у тебя, блин, фласки выпиты, бичевые какие-то. Болит сердечко. Ну, на самом деле, фласка Мелику почти ничего не дает. РДД дает, а Мелику нет. Я вообще ДД не играю, но выглядит очень больно. Ну. Есть миф, что реально размер твоего персонажа, ну, типа, влияет на урон от топора. Что влияет? Что, типа, размер персонажа влияет на урон от топора. Ну, это было как бы нелогично. Да. Я говорю, есть миф. Так,
Ладно, я растеряю с вами остатки адекватности. Напишите в рейчат, если надо, они убьют. Надо, короче, это... Если они убьют, надо потом их в коридор встречать на лоране. Да-да-да, я тут все приготовлю, короче. Фейерверк купить. Да-да-да. У меня в смысле растеряют адекватность? Ты куда уходишь? Ну, блин, это ведь еще рак мозга какой-то, блин. Смотрите, как мужик под какой-то непонятной хавкой с непонятными фасками что-то там херачит, да, под спейсухой. Ну, я не уверена. Да. Не уверена, что под спейсухой, но вот точно под чем-то, потому что, ну, блин, 28-й трай, он говорит. Сейчас он адекватный. Как-то был... Давай. Шаркающий. Там паладин умер. А нет, смотри. А нет, вроде живой, он же сдержит. Уже живой. Но шаркарь сорвался. Второй раз. Как-то был момент, когда он своих персов удалил. Он же персов, короче, удалял себя. Вот он тогда реально как будто на курине какой-то был. У него глаза такие, да, дикие были. Вообще капец. А сейчас какие? Ну сейчас он нормальный. Там он как будто... Это он потому что веган. Он жрет одну траву, блядь, и гречку 15 минут варит. Кодекс. Где кодекс? Кодекс, ты же тоже веган. Понятно. Так все правильно, вот этот база так вон проект кодекса. Да, да, точно. Веганы, объединяйтесь. ОАО. ОАО, чи. Кто там стоял? Кого Валька выносит? Лока. А, это Лок, а, хорошо. Огонь. А что делать-то? Тогда слишком долго бьют. Уже до комнаты дойдут? Просто упал. Это не упадняли. Знаете, что я вспомнил? Как Виталий Кун, короче, танчил этих шалкарей и упал. А почему? В смысле умер или упал? Да просто ушел назад. Ну, отводил шаркарей спиной и упал. А, как он... а помнишь, как он в ВВК в десятке? Регнул принял, когда босс. Виталий, ты чё? Виталий, забирай, да меня чё-то выкинул. Блин, его персонаж просто тупо мешает. Он же большущий бегает, он же закрывает, блин, экран. Не знаю, я бы не хилила ни хрена его, шпу первым убила. Ну, блин, больше реча, нахрена? Это же мешает. Сердечко болит. Че, как дела у вас? Слышите, ребята, скиньте ссылку на стрим, пожалуйста, в РК. Мне кажется, что он больше своими вайпами набирает просмотров, чем Джейми с нашими проносами. Короче, скупили. Однообразно. Ну, время тянет, поэтому набирает. Хз, я не знаю, почему я этот рак мозга смотрю. Тут никто не знает, но смотрит. Я задаюсь этим вопросом уже, наверное, месяца три. Как наркота. Меня я не же забали. Была адекватна. Слышишь, меня не забали за то, что я нечаянно линканул эту игру. Нет. Ах, вот да. Ну, прикинь, сейчас на Альянсе, короче, пятая стихия 25 герц Солка идет. Да ладно, сейчас зайду тогда. Ютуб ссылка есть. Сейчас там что, Дина собирает или Игорёв? Они идут, они собирают. Там ссылку на YouTube линкуют.
Ёк ты, блин. Сейчас зайду за Ленс. Я могу кинуть вам тут свой чатик, если хотите. А, не знаю, что на просто. Ну понятно, короче, говно. Надеюсь, кодексы больше не будут взламывать. Да ну конченый, блин, этот провокатор, он такой даун. Да ладно, нормально. Хз. Я их с 2009 года знаю. Он, короче, орёт как бешеный. Да ладно, там иногда прикол бывает. Ну, я знаю, с ним записи есть. Записывали, блин. Порные записи есть. Марьяне ещё не успеем добежать. Бля, слышите, как вот это вообще играть, вот это что стримит, сука? Это ж просто пиздец. Я не знаю, он таким персом играет, но реально ни хрена не видно, просто ни хрена. Ну бля, так я понимаю, почему они там пьюжат, бля. Не там в натуре, ну... Ну вы знаете, еще сделал, типа, как, ну... приблизил максимально камеру, знаешь, персонажа, ну и вообще. Так он это, он ему будет ок, он же этой мышкой играет. Тыкает. Можно вообще не смотреть. Жесть, реально. Ну зачем он летает громовую поступь? Мне интересно, ты же. У нас не станет ну, походу, он походу кассу сбивал, как нет? Да, она не сбивает, она не станет духом. Ну, касс сбивает. Станет, не станет? Ну, касс должна сбить. О, нифига, комната. В смысле, громовая просто не сбивает, зуботычина сбивает. Минус приз. Ну я что-то казала, что и громовая поступь сбивает. Ну это ну, не это раз она убит, она не сбивает часто, но ну, она встанет должна. Но она не станет. Ну, эльфийская расовая билка сбивает ну, каст. Эльфийская, да, но потому что у нее там прописано, что она должна сбивать каст. Логично. Это, ну, посмотри, ну, я сейчас на Таурене просто ты бегаю. А ну, блин, кони. Вон, я чай, секунду. По идее, стану, не должен быть, а сам ну, так, она не станет, мобов, они не на стан, не этот самый. А зачем волчат, я же в музыке чате вижу. Блин, ну, Рилли, да, не прописано, просто оглушает. Ну, так она, ну, она не оглушает моба, понимаешь? Ну да, ну, типа, бля, он, ну, не знаю, да не понял, зачем, типа. Даже если бы она сбивала каст, она кастует столько же, сколько по времени каста у этого моба. Ну, как хотел, я все равно не сбил. Ну, только еще раз, что, блин, ну я вот сбивал 7-7 кастов, короче. Ну, если по времени ты даешь дуплять, можно просто ну, на изи сбить, да, и чем хоть. Не, ну, так у тебя мгновенный каст, ну, ну так, ты так, сбиваешь, не кастуешь. Почему лича танцует кто-то в палане? Я после этого, короче, после арены, короче, когда пришел, ну, играл какое-то время на арене, варом там, блядь, в двойке. И пришел в ЦЛК, бля, я ДК вообще ну, на изи сбивал эти все косты, короче, блядь. Вообще просто в 0-1, бля, так надрочился. Набивается рука. Научи бедолагу и базавра, а тоже позорится на весь сервак. Да ладно, ему не судьба, блядь. Он этим подписчиков набивает. Да-да, бля, сколько у него просмотров? Смотрите лучше, кто первый в рекаунте. Да блять, какой-то гомик, блин. Красный гомик. Сколько у вас там? Минус 2 только, да? А, ну я меча, но я больше набил, чем ты. Забери бита. Ты валик не бил.
Только по валькам столько же идут. Дневные дух очень там мало набито. О, смотрите. О, смотри, сейчас опять-таки протопал упал. Опять упал протопал? Ой, блин, да. Да. А кто хил? ДЦ? Там написано кофеманка, друид этот, башмак. Сколько у лича осталось? До персы 2 минуты. Если духи не убьют рейд, то убить может. И что убьют рейд? Не кончится просто. ПДК сейчас упадет и на свидос. Или пол рейда от духов. Осквернение вынес. Как топчик. Сука. Никто не хлопает дух. О, протекал опять жив. Нас процентов убьет что ли? По сути, если сейчас не секут нормально. Потом закайдят и все. Должны добить. БР есть, паладин есть. Они сейчас останутся на комнату, вернее после комнаты. 5%, 4 монта. Если повезет. 5% надо. Долбьется он сейчас. Но не Геру, да, 20 секунд еще будет, да, под Геру. Да не, это уже убийство, потому что тут надо, чтобы в комнате упали люди, чтобы... Убьют. Жаль, что... 5%, 7. А сейчас надо... сколько? 4? За 20 секунд. Там можно еще покакать немножко. Он после Тибриси тоже нормально убивается. Еще 10 секунд. Гера даже. Должны добить. Минус ДК. Вот. Паладин с крыльями стоит, смотри, значит без балла. Он добили. Ну что ж, вау. Да, вау. Лича больше, никуда я по валькам посмотрю. Но у меня на валик больше на 700 тысяч. Сильнейший из моих слуг. Тебя на по валькам на 7 тысяч. А, гневный дух у меня больше. Да, гневные духи. Ну я потому что на первой, на второй переходке жажда... У него аж вебка залагала от восторга. Не, ну гневные духи это тоже важная хуйня. Ты же лича не бьешь, когда духи есть. Значит, я охуенный пацан. Учитывая, что у меня дед, у меня раз вот нет там силы атаки, там еще у меня перчи 264. Смотри, как я буду убивать их и превращать воинов в плети. А
Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Так, давай, Войт, ты должен строить ему гору. Это ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти... Королич, ни хера себе, на один лям набил больше. Не, вот там у тебя еще на 900, на 800 больше вурдалаков, блин. Жесть. Да, пацан, не заберет ни одной жизни. Капец, это 7,5 часов, это больше, чем нашего льда. Семь с половиной часов? Серьезно? Блять, он типа вообще больной, блять, 7,5 часов. Это же рабочий, блин, день. Да, да. Рабочий, рабочий день, 8 часов, без обеда. Ну, 8, ну, блин, я думал, что полчаса с перекурами там. Они начали в 6. Ты прикинь, сколько можно, короче, этот самый... Ну, 19.00 зашел, мы собрали 2 CLK, 1 РС, я сюда еще пришел на 3-4 трая. Опа, на Рексис в чатике. Все, убили на чай. Есть кто желающий 10 гер? 2 Метриоса, нахуй. На туре? Да. Нет, че. Два метриоса. Сука. Лол, это просто лол. 7,5 часа. Достойному рейду достойный лут. Именно так, блин, ну, блядь. И коня выбросить просто осталось. Кто это пишет? Олег, ты? Какой вот такой рейс. Бля, смотрите, у этого придурка еще что-то выскакивает. Это просто пиздец, как он так играет? Я не знаю вообще. Что это такое вообще? Зачем это? Не понимаю.